Ну, это то, что будет использоваться спросом, и каким вы, наверное, тоже предполагаете, да, то цена, которая на сегодняшний день. Сколько, ты говорил, владеете сейчас цена? Ну, 25 гривен, и она у них вообще нарастает. Да? Сколько? 15. Когда? Дней 3-4. Ну, дня 3-14. Ты когда звонил? Я был на прошлой неделе. Ну, там 20-25, в зависимости от этого. Но он говорит, у него там, моего фермера, где он брунгу покупал, то ну, вообще под какой технологией. Он сливает с кустом, пытается еще, чтобы она полежала. Там интересный момент. Я тоже, кстати, позавчера читал статью, что можно, если не доспело, надо продать про цветную капусту белокочанную, что заносить в подвал и прикапывать землей, она может дорастать. Ну, он дожидается с листьями, поэтому головку. Он дожидается первых приморозков, срывает ее там, в контейнере как-то ложит, но он потом ее по 60-70 гривен продает. То есть, вот интерес в чем. Ну, даже много, наверное, так не сделаешь. Ну, так у него немного. Основная масса это у него... Лучше меньше, но побольше. Да. Но я скажу, он посадил, у него есть и цветная, и брокколи, румба. И коросом эксперимент заложил, вот, то он доволен на данный момент ходом и ценой именно румбы. Ну, почему? Во-первых, она очень дешевая, специально плюс 2 брокколи. Румба, ну, даже если вы возьмите. То вторая тоже румба, я так и не понял. Или это корос? Ну, они даже отличаются по свету. Не, ну я вижу, это то корос, где больше, да? Это контроль. А, контроль? Это контроль. А сколько румба у вас уже на рынке? Значит, мы ее продаем, это новый гибрид, мы ее продаем вторую, то-то два года, как мы ее продаем. И она, я вам скажу, по продажам, у нас каждый день бьет к обороту, ну, каждый год, извините, по 100%. То есть она реально два раза. У нас просто знакомые садили, ну, вот этот свернул, чтобы очень похвалили, понравилось. Это уже, да, положительные отзывы идут не только с вашего региона, то есть это и Одесса, и Николай. У меня на заморозку его там пытаются, тоже пробовали в этом году, там Саша Николаевич, то есть ему подходит она. Ну вот гринти у меня в этом году я попробовал. 20 килограмм формирует она нормально. Стабильно. Да? Да. Даже на дне поля, вы его фотографировали, я фотографию, по-моему, скидывал. А в жаре нормально сидит? Я посмотрю, я думаю. Да, классно, и причем этот потенциальный окрас, который бывает на брокколе, в жару, то на ней... Она вообще как укрываемая или нет? Просто никогда... Да нет, просто она... не укрываемая. Но не желтеет, в смысле, при жаре, там, когда в августе... Там... Потенциальный окрас, на ней ты не найдешь. Понятно. То есть, ну, реально, как бы, продукт классный. Жаль только, что всего лишь 500 гектаров в Украине выращивается брокколи. Нет культуры еще. Но она растет, с каждым годом. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.